Оу, вы только... Ладно. Какой же все-таки этот Хулио Бастардо? Вот бы Санта-Муэрте. Чё? Чумба, ты чё? Тебя мама ничему не учила? Санта-Муэрте — это не шутки. Супер, Ви. Все, как я просила. Спасибо, заказ закрываю. Join us today to fight for a better tomorrow. Peace is fragile. Help us strengthen it by using Arasaka Soldier System. Привет, Ви. Есть один коп, которому надо помочь в расследовании. Парень известен тем, что пользуется лазейками в законе, поэтому с наемниками работать не стесняется. Все подробности в письме. Thank you.
Слишком мало в тебе дыр! Избег! Изобретение!
буду тебя искать.
Аарон, это Ви. Записи у меня. А, Ви! Я думал, опять эти дармоеды пришли поговорить о Библии. Заходи. Ну и как? Были какие-то проблемы? Были, как всегда. Уже решены. А ты молодец, а? Тут выживают те, кто умеет решать проблемы. Ну ладно, давай записи скорей. Время – деньги. Эти записи ведь нужны для расследования, правда? Угу. Большой скандал, много вони. Но благодаря тебе дело сдвинется с мертвой точки. Даже жаль с ними расставаться. Очень уж интересные. Договор был, что никто не сует в них нос! Надо же. Какой ты у нас законопослушный. А по записям так и не скажешь. Вот только не надо мне мораль читать. Говори прямо. Чего ты от меня хочешь? Чего я хочу? Отправить тебя за решетку, где тебе и место. Извини, это вряд ли. Ты у меня сгниешь за решеткой. Вот я тебе сейчас покажу. На! Блин, похоже, мирно договориться не получилось. Но главная работа сделана как надо. Не волнуйся за Аарона, пусть немного отдохнет. Теперь он знает, что запись у нас, так что когда тихий час закончится, у нас появится свой собственный источник в полиции. Спасибо, заказ закрываю.
Привет, Ви. Хочешь сделать доброе дело, на котором можно еще и заработать? Надо спасти человека от тигриных когтей, пока его не разорвали на мелкие кусочки. Возьмешься? Вся инфа приложена. Не заставляй меня просить дважды. Не забудь.
Разве вы не обещаете загробную жизнь? Не берете со скорбящим плату за поставленные ритуалы? Вот так! Может, ваше преподобие боится... Что думаете? Бог! Кто же прав? Может, Лизли, а может, преподобный Колвер? Здесь решать вам. Отправьте сообщение Ли или Колвер на номер 7892, чтобы отдать свой голос, и укажите свое имя, если хотите выиграть билеты на плей-офф. До встречи, Найт-Сити. Пока. Блок! Выше блок, мать твою! Чё, мержуешься? Дай давай! Ой, это тихий-тихий! Вышибло!
Красный пресный сухой корм. Бекон за суперсладким мегадрайвом. Жизнь слишком коротка. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до второго. Старайтесь избегать второстепенных дорог. Мы будем дальше держать. Красная туристка, я сейчас расплачусь. На этом, короче, ужас прощается с вами. До встречи в эфире. Удачного дня!
дело! Типа крутой? Ну ничего. Мы сейчас это проверим! Пино? Да. Это я. Меня наняли тебя вытащить. Идти можешь? Я провел... «43 боя, Шкет. У меня не в первый раз рожа в синяках. Так что веди. Пошли отсюда». «Ну, тогда вставай. Уходим». «Хорошо. Только это... Если по пути влипнем, помочь тебе не смогу. Толку от меня сейчас мало». «Я справлюсь. За это мне и платят». «Мать твоя!» Можешь не благодарить. Закроем тему раз и навсегда. Спасибо. Дальше я могу и сам. Не сомневаюсь. Эй, кстати, а кто тебе заплатил за мое спасение? Мэкидью. Он знал, что ты встрянешь, если он всех кинет. Ха, как обычно. Сначала по его вине я попадаю в жопу, а потом он пытается меня вытащить. Не знаю, при встрече плюнуть ему в рожу или руку пожать. Вам лучше вообще теперь не пересекаться. Так оно безопасней. Ну что ж, уважаю. Не позволяй этому городу тебя сожрать. А если сожрет, кишки ему в узел скрути. Мне передали, что Но в безопасности. Ты сумел меня удивить, Ви. Работа сделана на очень высоком уровне. Заказ закрываю, деньги перевожу.
Гренеду! Игну! Thank you.
чего? Кто-то понравился? Нет, здесь просто моя знакомая работала. Да ну, и с каких пор у тебя такие знакомые? Забей, это давно. Так, что с ней стало? Умерла? Нет, сменила работу и уехала. Я подумываю. Есть кое-что? Я под...
Я подумываю поменять. Есть. Видимый звездный корабль завис прямо над нами! Ибо они грядут! Thank you.
для меня твое слово дороже любого. Максу Джонсу нужна помощь. Разумеется, ему кажется, что не нужна. Но если ты ему не поможешь, этот дятел подохнет. Макс – журналист и мой хороший знакомый. Привези его ко мне, и если будет упираться, разрешаю применить силу. Напоминаю, он очень упертый. Данные я приложила. Thank you.
А потом убрали камеры и благополучно про вас забыли. Типа того. Самое смешное, импланты пришлось вернуть. Вместо них переставили рухлядь первого поколения. Нагнули нас, конечно. Все забрали, выбросили как... Я понимаю. Из корпоратов? Отвечай, или стреляю! Я не корпорат, я от Реджины. Меня зовут Ви. От Реджины? Передай, пусть нахер идет. Заряжено? Зачем ты угрожал самоубийством? Я думал, ты из корпорации пришел меня прикончить. Ты бы сдох и так, и так. Но на своих условиях. Эти подонки контролируют все. Но я сам решу, когда мне пора уходить. И Реджине передай. Я не сломаюсь, как она. По пути сюда я слышал твое интервью. Начал трансляцию, как только заметил тебя на видео. Оно не закончено, я не все сказал. Но люди, по крайней мере, узнали правду. Тебя поручено убить. Хотя ты, наверное, и без меня это знаешь. Угу. Так-то мне тоже наплевать. Но Реджина попросила тебя выручить. Выручить меня? Это ей нужна помощь, не мне. Она была гениальным репортером. Лучшей. Я у нее учился. А теперь продалась. Но меня не купишь. Нет. Она была твоей наставницей? Не только моей. Она была лучшим военным репортером Найт-Сити. А потом стала фиксером. Да, говорю же, продалась. Раньше все было по-другому. Слово журналиста что-то значило. Каждый из этих сволочей был у нас под прицелом. А теперь можно доказать, что Холт пляшет под дудку Арасаки. Вот только всем насрать. Так зачем готовить материал про ветеранов, если всем на это плевать? Чтобы народ начал задавать вопросы. Удивляться. Как ты, например. Кто знает, может, крупица неуверенности перерастет в недовольство. Попытка не пытка. Хватит уже. Пошли. Помрешь тут, и это ничего не изменит. Побег тоже ничего не изменит. Обойдусь без твоей помощи. Ты это назло Реджине? Хочешь ей что-то доказать? Ни хера ты не знаешь. Ты же искатель правды. Хочешь знать, кем стала Реджина? Ради чего она сражается на самом деле? Пойди да поговори с ней. Угу. Если уж на то пошло, это для нее очень важно. Макс. Я с ней поговорю.
не больше. О большем я и не прошу. Ладно, надо только скачать кое-что. Я подожду. Шофер, что дальше? Шампанское? Сигары с черного рынка? Времени нет. Поехали! Удачи, Макс. И тебе. Спасибо за помощь. Хорошо, что этого барана получилось убедить. Теперь моя очередь с ним разговаривать. Заказ закрыт.